Три, четыре, пять, шесть, семь. Они похожи на домики для диснеевских героев или на огромные коробки с конфетами, но их функция гораздо прозаичнее и по нынешним временам важнее. Я сделала 5 шкафчиков, потом еще 5. Теперь эта партия. Пока всего 25. Линдси Монолакос строит, как сама она их называет, фиолетовые кладовочки. Небольшие общественные шкафы для продуктов. Бесплатные консервы или крупу может взять любой, кому в данный момент нужно. «Бери, в чем нуждаешься, положи, что хочешь», — гласит трафаретная надпись на стенке шкафчика. Вот один такой шкафчик, посмотрим, что здесь находится. Чечевица, сушеный горох, консервированная говядина, бобы, кукуруза, лапша. Немного, но ужина одну семью приготовить можно. По профессии Линдси – преподаватель геометрии. Столярными работами увлеклась несколько лет назад. Нужно было сделать декорации к школьным спектаклям. В карантин увидела на улице самодельную полку с бесплатными книгами. Я подумала, а почему бы не сделать такие для еды? Книги, конечно, важны, но сейчас многие не знают, будут ли у них завтра деньги на продукты. После уроков геометрии по программе Линдси берется за геометрию другую. Синусы, косинусы и тангенсы делают благое дело. Это чертеж основы. Это проверка, правильно ли я рассчитала размеры. Пилит и строгает Линдси сама в подвале своего дома. Красить по выходным приходят коллеги-учителя. Коллектив в основном женский. В лавандовых тонах все, включая волосы. Моя мама и я собираемся поставить такой шкафчик около дома. Во время пандемии люди острее испытывают нужду. В городских распределительных центрах бывают очереди. Кто-то стесняется туда идти. А здесь можно просто взять что-то. Со стройматериалами сначала помогали знакомые. Теперь, узнав через соцсети о проекте, любой, кто неравнодушен. В итоге на карте Нью-Йорка фиолетовых отметок все больше. Продуктами снабжают городские общественные организации. Многие из активистов сами в пандемию потеряли работу, но готовы поделиться с теми, кому еще тяжелее. Мы все соседи или приятели. Сначала устанавливали общественные холодильники с бесплатными продуктами, а теперь вот шкафчики. Те, кто нуждается, могут взять что угодно, а те, у кого есть возможность, принести для других. Я потеряла работу в музее еще прошлой весной, когда все закрылось. Пишу обзоры на тему расовой справедливости и помогаю здесь. Учитель геометрии мыслит дифференциально и с вектором в будущее. Открыть настоящий центр столярного дела. Для школьников в первую очередь. До 80-х уроки труда в американской учебной программе были, но потом их стали вытеснять английские, чтение и математика. Считалось, что уроки труда влияют на стремление детей поступать в колледж и подталкивают быть белыми воротничками на рабочей профессии. Это же замечательно. Не продукты, так книги. Чем заполнить фиолетовые кладовочки, всегда найдется. Сидеть без дела в домашней мастерской некогда. Получилось! Потрясающее ощущение, правда? Нина Вишнева, Александр Барыш. Настоящее время, Америка. Нью-Йорк.